Hi everyone, you're watching Russian with Dasha, a channel for those who want to speak Russian as a foreign language. If you don't understand everything that I say, turn on the subtitles. Всем привет! Вы на канале Russian with Dasha. Если вы изучаете русский как иностранный, я надеюсь, что мои видео помогут вам лучше понимать носителей русского – если вы хотите скачать транскрипции, подпишитесь на мой Patreon по ссылке в описании. В сегодняшнем видео мы поговорим о котиках, а точнее о любви, а точнее о большой любви россиян к кошкам. кстати, я хотела уточнить, что у меня нет групп в Фейсбуке или в WhatsApp, и в Инстаграме я уже давно ничего не публикую. Здесь будет ремарка о том, что Инстаграм и Фейсбук — это запрещенная в России организация. Если вы хотите получать новости первыми, подпишитесь на мой Телеграм, это бесплатно. Недавно я видела данные статистики, которые гласили, что Россия находится на первом месте по количеству людей, любящих котиков. Почти в каждой второй семье дома живут кошки. Откуда такая любовь? Если честно, я не знаю, но с самого раннего возраста я помню, что меня окружали коты. В гостях у друзей, во дворе дома, везде были кошки. И мы взяли нашего первого питомца, когда мне было 6 лет. Мои мама и папа, как и многие родители, сначала были против домашних животных, потому что считали, что мы с братом не будем о них заботиться. Но когда брат принес домой беззащитного, блохастого черного котенка мы убедили родителей что будем кормить его убирать за ним и так они позволили нам его оставить мы назвали котенка филя и он прожил с нами 16 лет после того как умер филя мне было очень одиноко я привыкла расти с котом мне было очень грустно, когда я засыпала без него. И тогда я стала думать, какое животное взять следующим. Знакомая родителей предложила нам забрать большого попугая, которого звали Гоша. Мы взяли его, но я ощущала, что все-таки чего-то не хватает. И потом на 19 день рождения мои друзья подарили мне собаку, о которой я давно мечтала. Я в тот момент жила с родителями, потому что училась в университете. Потом, перед поездкой в США, я подрабатывала в зоомагазине и оттуда принесла волнистых попугайчиков. Итак, у нас жили большой попугай-гоша. Собака Цезарь и волнистые попугайчики Рокки Бальбоа и его девушка. У девушки почему-то так и не появилось имени. Мы называли ее просто желтая, но мне все равно хотелось завести кота. Кстати, в конце видео я задам вам несколько вопросов. Не забывайте оставлять комментарии. Я буду проверять их и ставить вам сердечки. Я начала искать в интернете информацию о том, какие породы кошек не охотятся на птиц. Я боялась, что если я возьму кота с улицы или из приюта, в какой-то момент он нападет на моего попугая и съест его. Я не хотела развития этого сценария, поэтому выбрала шотландскую веслоухую. Я бы вам ее сейчас показала, но она немного разозлилась на меня, когда я ее принесла в комнату и теперь вообще не дается в руки. Да, к сожалению, кошка оказалась с характером. У нее был очень интересный окрас, она была похожа на лемура и на совенка одновременно. Шейла очень игривая кошка. Она любит бегать за шариком или за свернутой бумажкой. Она также любила запрыгивать на собаку, как наездник на лошадь. И единственным минусом было то, что она не любит нежности, не любит ласку. Шейла может подойти к тебе и сесть на колени, но как только ты начинаешь ее гладить, в какой-то момент она смотрит на твою руку и руку надо сразу прятать, потому что дальше за взглядом последует удар. Как вы видите, на моей щеке сейчас есть царапина. Я сама виновата, потому что подошла, а точнее подставила свое лицо слишком близко к Шейли, ей это не понравилось, и она меня поцарапала. Следующим у меня появился Семик. Вы его уже знаете, он несколько раз был звездой моего канала. Он очень скромный парень, он не любит, когда я его фотографирую, и сейчас, видите, стесняется но зато Семочка очень ласковый и преданный кот. Иногда мне кажется, что он как собака знает команды. Например, когда я прошу его выйти из комнаты или зову его к себе, чтобы он лег со мной и погрел мне живот, Сема всегда делает то, что я прошу, всегда выполняет мои команды. Раньше он очень любил разговаривать. Когда у нас появилась третья кошка, Сёма стал молчалив. Мне кажется, он просто старается не привлекать к себе внимание. Так, Муся и Шейла решили поиграть, но у Шейлы всегда жестокие игры, как вы понимаете. Сейчас Муся спряталась под коврик. А шейла пытается ее оттуда достать. Но Муся специально дразнит шейлу, потому что она еще котенок, ей нравится играть. Так, ну сема устал быть на виду, поэтому пусть посидит на окне. Как у нас появился Сема? Во-первых, я не знаю, сколько ему лет. Шейле в ноябре 2023 года исполнилось 13 лет. Семочки, если честно, я не знаю сколько, потому что мы взяли его из приюта. Когда мы с мужем переехали в нашу первую квартиру, я сказала, что у нас обязательно должен появиться кот. И мы нашли приют в Санкт-Петербурге. И когда я смотрела группу во ВКонтакте с фотографиями котиков, мне сразу приглянулся Семик. У него очень милый розовый нос, а телом и окрасом он похож на диких камышовых котов. Мне это понравилось, я подумала, что это хороший кот, и поэтому мы приехали в приют, чтобы его забрать. Как нам сказали, раньше он жил с бабушкой, и у этой бабушки было несколько котов. Но, к сожалению, когда бабушка умерла, коты оказались никому не нужны и их э, раздали. Какие-то коты попали к другим людям, какие-то оказались в приюте. Когда мы принесли Семика домой, он очень нас боялся и первые несколько дней провел в ванной комнате, но потом освоился и раскрылся показал свой чудесный характер. Сема, не трогай телефон. Нет, нельзя, не надо. Сема сейчас об мой телефон. Потом выяснилось, что у Семы есть проблемы со здоровьем. Как у многих котов, у него развилась мочекаменная болезнь. Я не знаю, было это связано с прежней диетой или с кормом, которым мы его кормили. Я всегда для своих питомцев выбираю корма супер премиум класса кормить домашней едой мне их не хочется, потому что это неудобно, требует времени и сложно оставить еду, когда уезжаешь на два дня. А поэтому Сему мы кормили сухим кормом. Потом перевели его на диет питания. Да что такое? Ну, в общем, да, вы видите, что Шейла защищает свое личное пространство. Кстати, Шейлу мы привезли через несколько лет после того, как у нас поселился Сёма. Мои родители приезжали в Петербург и взяли с собой Шейлу, потому что я хотела ее перевести. Мой муж сказал, мы это сделаем только после того, как переедем в квартиру побольше. И вот как только мы поселились в этой квартире, я сказала, ну все, теперь я забираю Шейлу из Новосибирска. И вот уже несколько лет Шейла с нами. Она научилась рычать как собака, потому что росла с Цезарем. И каждый раз, когда ей что-то не нравится, когда Муся или Сёма подходят слишком близко, она делает такой звук, то есть рычит как собака. Коты обычно мяукают, урчат или экекекают, да, мяукают, говорят мяу, урчат, это делает вот такой звук. Экикек или кряк — это когда они видят птиц. Они делают так. Очень смешно. Ну, это я вам рассказала для общего развития. Сёма жил с нами на даче во время локдауна. Мы провели на даче несколько месяцев, и Сёма сначала гулял на шлейке, на поводке, а потом я стала его отпускать. Каждый раз по моему зову он сразу возвращался. Потом он начал приносить нам мышей. И даже подарил одну мышь Шейле, когда родители ее привезли. Но Шейла, к сожалению, не оценила подарок, нарычала на него и убежала. С тех пор Сёма не пытается построить с ней дружеские отношения, а обходит ее стороной. Теперь расскажу, как появилась Муся. Вообще мы не планировали третьего кота, но часто подшучивали, когда слышали какие-то странные звуки, которые доносились из другой комнаты, мы говорили, что это третий котик. И таким образом мы себе, можно сказать, навизуализировали настоящего кота. Однажды летом я вышла за хлебом, я хотела купить чебату в пекарне, а вернулась с чебатой и котенком. Я услышала, как под машиной сидит котенок и жалобно мяукает. И мы выманили котенка из-под машины. Она была очень худая грязная, у нее был ужасно грязный нос, она пищала. Я сначала подумала, что это мальчик, но так как ей было, может быть, чуть больше месяца, не было понятно, кто это, мальчик или девочка. Вкусно, Масечка. <связать> Вкусненько. <связать> да, солнышко мое, да ты, зайка. Сейчас Муська, как вы видите, полноценная большая кошечка. Она очень игривая, веселая, везде лезет, везде ей нужно посмотреть, что и как. Она любит сбрасывать вещи со стола. Посиди со мной немножко, малыш. Мусю пришлось лечить. Я ставила ей уколы, давала антибиотики. У нее были паразиты и блохи, была какая-то инфекция. Поэтому я решила ее пролечить, поставить ей прививку. К счастью, Муся очень быстро поняла, как входить в туалет. Ее не нужно было приучать, она научилась этому сама. И осталось у нас до полного выздоровления. Потом я размещала разные объявления в группах, в чатах нашего дома, писала своим друзьям, просила их сделать репост, но никто не откликнулся. В России очень много бездомных животных. И вот такие непородистые ребята редко привлекают внимание. И, как вы понимаете, она осталась жить с нами. Недавно я прочитала очень грустную новость о том, как проводница поезда выбросила на мороз кота, который ехал в вагоне, она подумала, что этот кот бездомный, у него нет хозяина, и поэтому не нашла ничего лучше, чем э, выкинуть кота на первой же станции. Но кот был домашним, его перевозил родственник хозяина в переноске, но каким-то образом кот из этой переноски вылез и пошел гулять по вагону. К сожалению, история закончилась грустно. Волонтеры искали кота несколько дней. На улице вышли сотни людей. Они расклеивали объявления, хотели помочь хозяину вернуть питомца. Но кота нашли в нескольких километрах, насколько я знаю, от станции, на которой его высадили, а точнее, выбросили. И он был, к сожалению, уже мертв. Либо он замерз, либо его сбила машина, потому что нашли его на перекрестке. Но эта история показывает нам, что в России есть не только любители котов, но также те, кто относится к ним равнодушно или даже плохо, агрессивно. Есть те, кто любит мучить домашних животных. Это очень грустная тема. У нас такие люди к сожалению, не получают серьезных наказаний. И поэтому часто мы видим, как хозяева выбрасывают животных на улицу из-за того, что те заболели, или оставляют щенков, или котят возле мусорок. Я, честно, никогда этого не пойму. И даже сейчас, когда я говорю, мне становится очень грустно, когда я об этом думаю. Но надеюсь, что все-таки добрых людей намного больше. У нас во дворе есть группа людей, которые помогают котикам, стерилизуют, лечат и вакцинируют их, находят бездомным кошкам и собакам новый дом. И все-таки котики в России любимы. Они мягкие, пушистые, они завоевывают сердца людей в социальных сетях. В Петербурге даже есть несколько кота кафе, в которых можно провести время с котиками, поиграть с ними или даже взять кого-то из них себе домой. Итак, друзья, мой вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда у меня мои коты как появилась Шейла, как появился Семик и как в нашем доме появилась Муся. Также мне интересно, есть ли у вас домашние животные. Расскажите, пожалуйста, откуда они у вас, связаны ли с ними какие-нибудь веселые или трогательные истории. Не забывайте, что у меня есть транскрипции и телеграм-канал. Я знаю, что многие любят влоги, и скоро я опубликую новый влог из Санкт-Петербурга. Большое спасибо моим патронам. Ребята, вы классные, вы помогаете мне покупать новую технику и оплачивать программы, которые мне необходимы для создания материалов. Спасибо вам от всего сердца. И сейчас будет небольшой клип с участием моих любимых животных. Thank